Официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский. Наш проект – это официальный портал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в сети интернет. Особенностью нашего проекта является то, что от начала и до конца он разработан непосредственно нашими специалистами. Это команда профессионалов, начиная от идеи, дизайна и заканчивая реализацией программно-технических компонентов, это все специалисты органов пограничной службы Республики Беларусь. На нашем ресурсе пользователь в режиме онлайн может найти всю необходимую информацию, которая касается пересечения государственных границ Республики Беларусь, фактически 24/7. Также есть ряд программно-технических решений, которые позволяют осуществлять обратную связь пользователя непосредственно с органами пограничной службы Республики Беларусь. Для нас эта награда является очень почетной и важной, потому что современные условия и та цифровизация, которая происходит во всех сферах жизни нашего общества, заставляет нас идти в ногу со временем и даже немножко опережать. Вот. Поэтому сегодняшняя награда, которую получило пограничное ведомство, как раз является подтверждением того, что нам удается быть в тренде, актуальными и полезными. За разработкой и подготовкой к созданию этого проекта, конечно, стояла та необходимость, которая диктуется современными условиями. Для государственного органа любого и в нашей стране сейчас очень актуально иметь обратную связь с общественностью, и интернет-площадка для этого, в принципе, очень удобна. И исходя из этих соображений, мы разрабатывали саму идею функционирования портала. Развитие интернет-портала происходит уже достаточно давно. Мы с 2013 года существуем в формате концепции интернет-портал. Однако конечную, последнюю, скажем так, финальную стадию разработки мы фактически осуществили за полгода. Вот, начиная от идеи и заканчивая сегодняшним состоянием нашего интернет-ресурса. 26-й международный форум ТИБА-2019 с 8 по 12 апреля. Минск-Арена. Новейшие достижения в области информационных технологий. ТИБА-2019 с 8 по 12 апреля.